Давайте мы будем принимать ваши звоночки в прямой эфир, да? Звоните на этот номер. Не, серьезно, можешь мой номер вывести? Да, блядь, я тебе ебло набью. Знаешь, что я тупо бандит? Точнее, не бандит, нет. Восемь тысяч лайков. Отлично, супер. Сейчас мы пишем номер на экран. Будете звонить, я буду спрашивать вас за шмо, да, за базар ваш гнилой, бля, же. Я не знаю. Бля, презик каши. Запись стрима сохраните. А то мне надо идти работать на благо общества. Нет, запись стрима не сохранится, нет. То, что мы будем теперь делать со стримами, это уникальная хуйня. Звоните на номер президентскую палату, да, будущую. И мы будем с вами общаться по поводу всяких хуйнь, да? Так, первый звоночек у нас есть. Не выводит, сука, на Mac. Давай прям так. Ассаламу алейкум, да, слушаю вас, вы в прямом эфире. Алло, да. Какой ДК? Это Василюк, Данил Владимирович Кашин, Василюк. ДК, слушай, смотри, отмени ЕГЭ, пожалуйста, оно так заебало, пиздец. Мне интересно ваше предложение, но, пожалуй, я откажусь по той причине, чтобы все школьники страдали. Какого хуя? Слушай, спасибо, ваш звонок очень важен для нас. Алло, да, вы в прямом эфире. Чё? Алло, да. Да, алло! Алло, да. Подожди, я не могу вывести на громкоговоритель. Как тут вывести? Я не разбираюсь в ваших пиндосских смартфонах, потому что я истинно русский человек. Мы вам перезвоним. Я мне режим поставил. Сейчас пару звоночков. А я отключил его, кстати, от своего. Удачного избирания. Фух, жарко. Удачного изобретания. Спасибо большое. Сейчас, звоните снова. Все, хорошо, давайте еще. Кем будет Лиска? Министр здравоохранения. Во. Ассаламу алейкум, да, слушаю вас. Так, привет. Красиво сказал и сбросил. Да, ладно. Прямые звонки до сих пор принимаются в нашу студию. Вот. Что будет с Атевой? Атева звонил. Да. Эдвард Атева, я его найму, блядь, кем-нибудь. Алло, да, слушаю вас. Вы в прямом эфире, да? Я что хочу сказать? Алло. Да. Да. Я что хочу сказать, да. И сбросил. К сожалению, звонок не удался. Нас в другой раз. Так, хватит ссать, пора выбирать. Голосуй, не голосуй, все равно получишь хуй. Хватит политики, давайте ржакотанить. Все, отличная тема. Запрети ВК. А, зачем мне запрещать ВК? У меня там галочка, ты шо, еблан? Ты меня за дебила держишь? Чтоб я отменял... Да, алло! Да. Алло. Алло, да. Короче, здорово, пидорок. Здравствуйте, да, Василюк вас слушает, да.
Блядь, ты шо, рыбу съел? Алло. Да. Хоть кто-то будет в этом мире говорить, плиз. Они все сбрасывают. Вы не кандидат, а вы пидоры, блядь, понятно? Алло, да, слушаю. Алло, здравствуйте, Данила. Как ваше? Отлично, отлично. Спасибо, что поинтересовались. Как ваше? Все хорошо. Меня интересует одно. Вот, когда вы будете президентом, то есть все будут ржекотанить. Вы это гарантируете? Гарантирую, да. Ржекотанить будем постоянно, да. Все хорошо, тогда я за вас. Все, отлично. Вот, вот сюда нажимаете, да, ну как, вниз, на красную кнопку, и все, и становитесь моим избирателем. Все, спасибо большое, пока. Отлично. Алло, да, я вас слушаю. Это кто-то с ВПШ звонит, алло? Спасибо, да, мы очень рады вашему звонку. Я его сбросил. Какой-то странный чел. Все, пока поставил авиарежим. Это жарко. Луна. Да. Фух. Ну видите, как показал экспертное мнение, всем... О, наконец-то это... да, я вас слушаю, алло. В общем, ждем Кашина в Красноярске. Погромче, погромче немножко. Ждем Кашина в Красноярске. Так. Ну давай, рожай, я как бы тут сижу. Охуенно, спасибо большое, счастья, здоровья. Алло, да. Он в FaceTime мне позвонил. Ну-ка. Ты мне хуй показывать будешь? Алло, да, он по FaceTime мне звонит, да. Привет. За оригинальность. Так. И сбросил. Бля, как это весело. Он позвонил мне по фейстайму, короче, я взял, думал, мне хуй покажет. А вот такой, я самый умный, да, и сбросил. А где, блядь, Боржоми, нахуй? Ладно. Да, алло. Мне по фейстайму звонят. Да, привет. Нет, пошел нахуй своим инстаграмом. Все, я вас бросил. Че, охуел, блядь, инстаграмом? Так, как мне на компе авиарежим поставить? Ага, все, блядь. Удобно, да. Пиздато сделали, вообще нормально, типа. Из грязи в презик, да. Давай, пока. Короче, сейчас я буду вас убеждать в том, что вы должны мне донатить. Предвыборная кампания до сих пор идет. Вы можете задавать вопросы. Время от времени, если я их увижу, я буду читать. Рэп, да? Так, кем будет Сережа? Кто такой Сережа? У меня Гриша вот тут сидит, вон там за камерой. Гриша. Гриша. Вот Гоша только что пришел. Здорово, Андрюх. Дисс на Навального. Я не знаю, кто такой Навальный. Вообще первый раз слышу.